Привет зрителям! Сегодня хочу постругать палку и понять, как ведет себя в хвате силовом Эссе Ависпа и Cold Steel Финвульф. Это ножи примерно равной категории ценовой. Этот нож имеет немного другой клин, там прямые спуски. И давайте начнем с него. Попробую что-то поковырять, потом посмотрим. Нож, конечно же, имеет спуски, очень подходящие к работе по дереву. Ну, вгрызается-то он как бы легко, а берет слишком дофига. Вот, тут нужно тоже контролировать, насколько глубоко он врезается. И вы знаете, честно говоря, пока не очень удобно. Давайте чуть поближе камеру тут. Вот, сакцентирую на нужном. Ребят, вот если сильно давишь, вот эти части, они, ну, не то что врезаются, а больновато. Все-таки при силовом хвате, каком-то стругательном движении, сильном, длительном, конечно, желательно, чтобы форма рукояти вместе оси чуть дальше, то есть основная ответственная часть, принимающая усилие, она должна быть чуть-чуть потолще. Конечно же, этот нож складной. Думали о весе, о его ощущениях на кармане. Тут есть клипса. Ну, конечно же, работать долго таким ножом нифига не удобно. Такие финки, типа моры там всякие, или как они правильно называются, с такой бочкообразной рукоятью, либо фиксы, конечно же, вот они. Потому что долго работать этим ножом, что-то стругать, ну это издевательство. У меня вот сразу здесь болит. Со временем, конечно, ладонь будет адаптироваться. Кисть будет пытаться как-то сместить болевое ощущение, раскатать его подальше куда-то. То есть попытаться уйти как-то от боли. Я сейчас уже пытаюсь нож как-то крутить так-сяк, чтобы смазать эту боль. Но все равно это не дело. Нож этот новенький. Я не буду долго стругать. Все. Но это есть. Вот в этом месте, вы видите, красное, оно неспроста там. Понятное дело, что в любой работе стругательной каких-то болевых ощущений не избежать. Нужны перчатки. Перчатка, конечно же, вдвойне будет легче. Но это есть. Повторяю, складной нож с такой тонкой рукоятью, он не может быть идеальным. Больно, ребят. Насчет острия. Ну, что, можно тут, я думаю, что-то проковырять. Можно его использовать, там, может, и там и ложку как-то можно будет подстругать какую-нибудь. Вот что-то выбрать здесь. Но клин, мы видим, в принципе, довольно ломовитый. Вот. И не такой брутальный, грубый. То есть какие-то детализированные формы там работы можно выполнить.